Как добиваться поставленных целей и стать успешным? Историями своих достижений с активом общероссийских детских и молодежных организаций делятся олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев и депутат Законодательного собрания Ростовской области Ирина Загоруйко. Поверьте, что начинать с такого раннего возраста, в котором вы еще находитесь, начинать заявлять о себе, начинать думать о своем будущем, выстраивать какую-то стратегию, иметь определенную цель – это очень-очень важно. Вартерес Самургашев в 21 год на Олимпийских играх в Сиднее выиграл золотую медаль. Чтобы достичь результата, олимпийскому чемпиону пришлось пройти через множество трудностей. Цель была с детства поставлена, да, и к ней постепенно шел, естественно, шел через неудачи, через травмы какие-то. Очень много было проблем, связанных с травмой, потому что вид спорта очень травматичный. И все это приходилось преодолевать, лечиться и опять идти на ковер, опять добиваться той или иной цели. Через тернии к звездам пришлось пройти Ирине Загоруйко в политической карьере. Прежде чем идти в законодательную власть, нужно понять исполнительную. То есть нужно понять проблематику отрасли изнутри. И для этого я решила пройти конкурс на должность специалиста в Комитет по молодежной политике. Я проходила этот конкурс 3 раза. То есть 3-го раза только мне удалось поступить. Участники задают вопросы на разные темы. О депутатской деятельности, о семье, развлечениях, о мечтах. Есть ли у вас кумиры, примеры, подражания, то, за кем вы шли? Старший брат для меня был кумиром и сегодня есть. Но вы сами понимаете, есть Карелин, 3-кратный олимпийский чемпион. И каждый спортсмен мечтает, особенно борец. Это легенда. И когда я еще, будучи там 9-летним мальчиком, приходил на соревнования, чтобы просто там посмотреть на него, сфотографироваться, взять у него автограф, для меня это было счастье. Кто по вашему мнению? Это человек, который четко знает свою цель. После встречи гости отметили, что готовы помогать активной молодежи в осуществлении проектов и пожелали достигать поставленных целей. Я вхожу в комитет по молодежной политике, как раз это и физическая культура, спорт, и это мне близко, да, и на самом деле, если какие-то реальные проекты, готовы их продвигать и на законодательном собрании, на нашем комитете это все обсуждать. Когда меня спрашивали о том, как вот этого результата достичь, я сказала о том, что необходима стратегия. Вот я хочу, чтобы ребята, наверное, основной этот момент учли, чтобы они вот свою жизнь планировали. Потому что это очень важно. То есть даже вот цели ставить на ближайший месяц, на ближайшие полгода и на ближайшие там 5-летку, да, как бы это ни звучало громко, но это нужно делать, тогда результат он станет ближе и реальнее.